Всем привет, меня зовут Влад, мы с вами в Shadow Fight 3, и у нас с вами вышло обновленное событие с цветущей сакурой, вот, но сегодня мы еще посмотрим с вами на рулетку новую, которая вышла, это сокровищница лепрекона, вот, если честно, видос не планировался, но я нашел-таки вот такое вот времечко, чтобы сделать его. Удача улыбнется вам, значит, окей, она нам улыбнется, и стальная сакура. Давайте на нее посмотрим позже. А путешественник во времени... Чего? А, позже. А, окей, позже, все это позже. Значит, ребят, сегодня мы покрутим с вами рулетку. Ребята из Банзай любезно предоставили мне плюшечки для этой рулетки. И даже немножко рубинов накинули. Это очень нравится, это очень приятно. Предыдущий марафон я весь закрыл. Мне очень это тоже понравилось, потому что я прям, ну, активно фигарил, чтобы его закрыть, и я его закрыл. Я смог это сделать, вот, но сегодня вышел новый, и мы с вами на него смотрим. Значит, смотрите, здесь можно снова получить всякие приколюхи, а за шестой этап еще и 5 карубинов и кучу паков можно получить. В общем, там есть марафон, вроде за него как раз-таки он и начисляется за вот эту рулетку. Поэтому давайте покрутим, у меня есть 10 круточек, это очень прикольно. И сразу же какой-то уникальный сет вытаскивается, неплохо. Давайте смотреть, что там. Так, и это снежный дракон, друзья. Кстати, снежный дракон уже тоже вроде как скоро должен быть. Снова события должны это повторить. Точно не знаю когда, чтобы не быть голословным, но скоро должен быть. Вот, играть. Дальше поехали. Три. Марафон радуги, кстати, он выполняется. Уникальный хризонит. Не знаю, там есть марафон на открытие уникальных паков или нет. Но сейчас наша задача — это именно крутение вот этой штучки. Крутение рулетки, крутение. 5. Отлично, дают нам немножко магмия. Вообще, открывать рулеточки — это всегда очень интересненькое дело. Особенно, когда ты получаешь за это еще и какие-то приколюхи, типа очков из марафона. Это замечательно. Надеюсь, ты уже прожал свой лайк или прожала свой лайк. Надеюсь на вашу поддержку. Также не забывайте, что скоро выходит обновление в Shadow Fight 2. Мы тоже на него должны посмотреть. Вот, там уже и Shades не за горами. Пока что не могу, не имею доступа. Я знаю, что вышло обновление для Shades, но пока доступа не имею. Там крутые локации, крутые треки есть. Вот, и пока что нам это недоступно, но как только будет доступно, я надеюсь, что мы обязательно продолжим. Обязательно, вообще, пиши свой комментарий, вот именно ты. Вот сейчас я на тебя смотрю, вот к тебе именно, вот лично к тебе обращаюсь. Хочешь ли ты продолжение Shades на канале? Потому что ты знаешь, что на канале сейчас выходят и ПК игры, то есть я очень... избирательно стал относиться к контенту по той причине, что активность на определенных контентах может падать, тогда я начинаю его как бы не снимать больше. Вот, но так как мы с истоков начинали именно с этих игр, с игр Нейки, Банзай, то мы обязательно, ну, наверное, было бы, стоило бы, наверное, еще зайти в Shades через какое-то время. Есть, кстати, плейлист, можете смотреть. Вот, но сегодня мы открываем с вами паки в Shadow Fight 3. И пока что нам не падает 700 рубинов, мы получаем в основном валюту для прокачек наших, наших экипировок. Вот, пока что выпадает исключительно только эта валюта. Но, это все не обидно, это все нормально. Выпадает и выпадает, ладно бы. Главное, что 700 рубинов бы один разочек-то вылетело бы за эти 10 попыток. Все это, конечно, хорошо, но нам только один уникальный сет из этих попыток выпал. А ведь мы уже 8 раз покрутили, так-то. И нам выпадает 5. И смотри, нам снова выпадает кристальчик магмия. Ну, магмия — это приятно. Магмия — одна из самых редких валют. Его и выдают поменьше, чем всего остального. Поэтому магмию мы всегда рады. Вот. И последняя попытка у нас — двоечка. Еще один уникальный сет. Прикольно. То есть легендарный сет не выпал. А вот уникальные вот летят. И вот смотри-ка. Виновница торжества сакура, собственно, мне и вылетает. Он сейчас на мне, кстати, надет, этот сет. Ну вот, и, собственно, виновник торжества. Так, еще можно 6 за 4,5 купить. Пожалуй, мы это сделаем. Почему бы нет? Давай посмотрим. Пусть будут, почему нет-то? И покрутим. Вообще, что у нас там по марафону с тобой?
По марафону мы уже 6К с тобой набили. И еще оттуда билет даже есть. Ну, сегодня прям марафон. Серия с кручениями прям. Слушай, жестокая серия с кручениями. Нам дает девяточку. Так, это снова Хризонит. Окей. А, нравится мне открывать эти паки. Это очень забавно. Это очень прикольно. Вообще, видосы, где нужно что-то открывать, это всегда интересно. Особенно, если это паки. Но было бы еще интереснее, если бы были какие-то предметы, которых у тебя нет. И тут должен был быть какой-то шанс, чтобы их получить. И нам бы подать 14, ребята, а это вроде как легендарный сет. Да, верно, верно. Так, и это легендарный сетовый, но я так полагаю, очень какой-то редкий сет должен вылетать, раз это 14, что-то редкое. Да! Как бы, вроде бы это все есть в бустер-паках, но тем не менее выпадает один из, ну, интереснейших сетов. Сет Свена, это древар этой игры, и нам выпадает эпический, ты посмотри. Стоило немножко обидеться на игру, как сразу начинают выдаваться паки, которые не связаны с уникальными паками, начинают выдаваться вообще другие паки. Ну, чтобы мы полностью не обижались, было бы неплохо 700 рубинов мне еще назад вернуть. Можно, пожалуйста? У меня есть две попытки. Можно 700 рубинов назад? Так, ну пока не можно, пока нельзя. Так, и выдается мне еще немного тиницита. На самом деле это хорошо, что падает валютка вот эта вот. Она лишней не будет, потому что прокачивать порой нечем. А это приятно, когда она у тебя есть. А еще приятно вот это. То есть мы это хотели, это у нас есть. Мы назад 700 рубинов отбили. Так, и мы уже с тобой находимся на 4-м левеле, что уже гарантом дает нам 2К рубинов, что очень приятно. Так, ну и видимо, что-то мы там получили с тобой здесь. Здесь мы получили 10К очков и легендарный сет Ворона забираем. В комментариях писали, что, блин, Владос, там сет Ворона ввели в марафон. Под какой-то ролик написали, я не помню, под какой-то Shadow Fight. Вот, и я такой, какого Ворона? А потом вспомнил, что это сет Линга, на него недавно был ивент как раз. И я такой думаю, так, стоп, события ввели, что там за сет? А вот этот сет, ребята. Сет Ворона, это именно этот сет, и к нему еще даются чисто вдогоночку валютки. Валютки для прокачки. Это меня очень удручает. Удручает и радует. А, марафон студентов еще выполняется. Посмотри, сколько... ну тут я... Что-то я тут делал. Какую-то штуку я тут открывал. А, да, я что-то там заходил, где-то играл. В прелюдию заходил, по-моему, немножко поиграл. Там просто было не очень интересно. Так, но в целом вот этот марафон уже весь, можно сказать, выполнен. Что меня очень радует, наверное, по-своему. Не знаю, интересно ли вам будет это все смотреть, этот фестиваль цветения. Вот, но давайте в горячую дискуссию сыграем разочек. Охлади пыл жаркой научной дискуссии. Посмотрим, что это такое. Наемник Акады, умелый боец. Я не думаю, что нас удивят чем-то новым, какими-то интересными диалогами. Я сейчас сделаю один видос и пойду на покой, пойду отдыхать. Но если вы захотите продолжение, все-таки тогда... Ну, надеюсь на вашу поддержку, и, возможно, мы продолжим этот фестиваль. Познакомься, это мои ученики. Они только в начале своего пути, но уже могут спроектировать больше одного бота. Ох, они опять затеяли ссору из-за второго закона Такаямы. Как маленькие, честное слово. Утихомирь их, у меня сегодня слишком много дел. Студент Дебошир. Ну, давай. Такаяма Каор? Или как его там звали? Такаяма. Из бойца Баки. Такаяма же его звали, да? Ханма Юдзеро. Ханаяма Каору его звали, не Такаяма. Просто аниме одно замечательное вспомнил. Вот, окей. Студент Дебошир. Поехали. Ну, я так полагаю, здесь не будет мега-мега какого-то интересного в виде лора там или что-то еще. Возможно, может быть, если вы поддержите этот ролик, мы сделаем вторую часть, где непосредственно сразимся с самим боссом, то есть в последнем уровне угрозы. Потому что, думаю, здесь искать какие-то мега-диалоги не имеет никакого смысла. Вот, поэтому, в принципе, посмотреть, если только на последние этапы, возможно, будет неплохо. А так... Небольшой ролик вам, знаешь, чисто, чтобы не скучали, чтобы чисто для затравочки вам вот так хоп, вот так. Надеюсь, вам тоже вот так иногда на Гената это прилетает, точнее,
глефой. Вот, вот так просто в голову так крит заходит, и вы такие: о! Ну, я имею в виду мысля в виде крита такая приходит вам: о, надо посмотреть новый ролик, новый владосовский видос. Видосовский владос, блядь. Вот, надеюсь, вам периодически такое в голову заходит, и вы, как говорится, с радостью это из головы своей не выгоняете, потому что самое лучшее, что должно в вас входить, это мысль посмотреть мой новый ролик. Надеюсь, вы сейчас все под впечатлением, все смотрите, и надеюсь, в вас сегодня утром проник Влад. Так, окей, ну я имею в виду со своим роликом, со своим контентом. Не подумайте плохо, хотя нет, думайте, если хотите. Так, окей. Здравствуй. Так, я тут пытался пригнуться, товарищ студент. Вы уходите? Студент. Как в Шурике, студент. Будем проводить разъяснительные работы со студенткой. О, со студенточкой. Давай попробуем развести ее. Разъяснительные работы провести с ней. Вот. Да ладно тебе, ты чё? Ты чё? У тебя, конечно, классные пьезокосы, хотел сказать. Shadow Fight 2 внутри меня, внутри головы, как говорится, внутри сердечка Shadow Fight 2. А это всего лишь камы, ребята. Какие пьезокосы? Так, окей. Да, пьезокосы у нас. Внутри каждого из нас должна быть пьезокоса, друзья. Кроме того, что вы должны иметь желание внутри смотреть мой канал, потом пьезокосы внутри нас должны быть еще немножко, которые будоражат, подкидывают вверх кучу контента, и вы такие ловите один из них и смотрите такие. Если сейчас кто-то понял, что я сказал, то я сочувствую вам, во-первых, а во-вторых, мне приятно. Так, вроде всех утихомирили. Стоило бы их наказать, но я, пожалуй, не буду. Жизнь в куполе сурова, бесконечные занятия и тренировки, железная дисциплина. Иногда нужно снимать стресс, а праздник – самое подходящее для этого место или действие. Что-то я быстро так нажал и не прочел. Так, и нам даются простые вещички, которые немножко усиляются, но это паки чисто для марафонича. Вообще, марафоны вроде там неплохие, да, по факту, что там надо? 750 за босса дня, за открытие стандартного бустер-пака, 400 очков за премиального бустер-пака, за победу над... А, тут за победу над этими всеми штуками, ё-моё. Так это надо, типа, проходить ивент, да? Ну, тут за использование валюты, за победу в боях, за победу в дуэли. Ну, кстати, вот классно, что есть какая-то разноплановость в этих штучках. Хоть дают какие-то разные варианты получения очков, хоть это радует на самом деле. Потому что когда требования недосягаемые, это не всегда хорошо. Вот. Тем не менее, финальный приз. Сокровищницы Лепрекона. Давайте посмотрим финальный приз, потому что у меня одна монетка осталась. Мы получаем с тобой эпический костюм. Это, конечно, наверное, не самое прикольное. Было бы прикольно получить 12, чтобы получить рубины, но эпический костюм, эпический сет сегодня был первее, чем эти рубины. Он буквально выпорхнул, знаешь, такой, и говорит: все, я сегодня у тебя. Сегодня ночую у тебя, и все, и ночует у меня, собственно. Что происходит у меня здесь? Я удалил парочку ребят, которые просто зарегались и были полностью неактивны. Я не знаю, может, нет возможности поиграть, но все же, ребят, если вы добавляетесь ко мне сюда, и вы завели новый аккаунт, то нужно прям до 20 левела играть, ребята, если вы хотите помочь получать эти награды. Потому что если вы просто зарегались, я с этого награды не получу. Вот, поэтому, если это никак не сдвинется, то я буду вынужден, понятное дело, удалить. Но ссылку я также оставлю, кто захочет, будет по ней, собственно, проходить и делать. Также, кстати, совершите внутриигровую покупку, но тут уже зависит, конечно, от вас. Но я так понимаю, если сделать минимальный донат, например, самый минимальный, какой тут может быть, где там у нас валюта, рубины. Ну вот, у меня это 1000 тенге. То есть даже самая маленькая покупочка, я так полагаю, мне принесет вот эти 2000 рубинов. Ну, тут уже на ваше усмотрение, но, ребят, если вы активно завели новый аккаунт с целью его продвигать, то тогда вы можете ко мне подсоединяться. Если вы завели аккаунт просто, чтобы подсоединиться, то нет в этом смысла, ребят, потому что вы все равно эти награды не сможете мне сделать, если просто зарегались и ничего не делаете сами. Поэтому, скорее всего, ребят придется поудалять здесь потом. Вот, поэтому ссылку я в любом случае оставлю и периодически, возможно,
проверяйте, возможно, вы сможете ко мне подсоединиться. На этом все, всем спасибо за просмотр, посмотрим на то, как вам зайдет, понравится ли вам этот ролик, и там уже посмотрим, что можно делать дальше. Ну, я думаю, если что-то и делать дальше, то, скорее всего, сразу идти в уровень угрозы 4, потому что весь сок, он находится там. Всем спасибо и пока-пока.